Всем привет! Сегодня мы будем делать веселую шутку. Берем трубочку. Ножницы. Отрезаем. Ровно. То есть. Вот так вот делаем. Сгибаем. И вот так вот отрезаем, чтобы было плотно. Сразу же обрезок улетел. Мне даже выкидывать его не надо. Привет. Здравствуйте. У меня видео не работает, я не могу включить. Вон. Хорошо. Ну, познакомься, скажи, меня зовут Ева. Меня зовут Ева. Хорошо, Ева. А что надо делать? Мы сегодня будем делать веселую бутылку. Вот мы отрезали ту рубочку. Что мы будем делать? Не знаю. Вот так вот отрезали. Теперь крайний. Прищепок. Что? Что нужно для этого? Трубочки, скрепки, скотч, бумага, ножницы, бутылка. Фломастер. Ваня, а у тебя вот ссылка, которую вы на Телеграм отправили, она не работает. Написано, что ссылка не работает, поэтому мы не знали, что нужно приносить. Попросишь потом, чтобы поменяли ссылочку на Телеграм? Хорошо. Ладно. Ну, лепи тогда, что у тебя есть вот пластилин. Так, а вот можно, сейчас покажу. Можно я другое буду лепить? У меня нету трубочки. Котя. Что? Нету трубочки? Как это нету трубочки? Я тогда не знаю, чем тебе заменить. Здесь нужна трубочка. Ну, которая для коктейлей, да? Которая для коктейлей? Такая ты имеешь в виду? Ну, вот пластмассовая трубочка. Ага, ну и для коктейлей годится, наверное. Главное, чтобы согнуть ее можно было. Вот. Вот, делаем, прицепляем прищепку, скрепку. Вот, краями, а сама скрепка, она не прицеплена. Вот, теперь мы сюда другую прицепляем, чтобы он как паровозик такой. И другую, третью. Я хотел сюда прицепить еще глазки заламинировать, но я прицепил и понял, что он тогда будет тонуть, а нам надо, чтобы он в бутылке мог подпрыгивать. Так, подождите. Софья. Что? Можешь показать, какую часть надо отрезать? Что, которая сгибается. Которая сгибается. Вот. А, поняла, все, спасибо. Вот. Что получилось вот так вот. И я глазки хотел заламинировать, а нам вот я сейчас скину и покажу. Смотрите. Я беру, открываю бутылку. Она почти доверха наполнена водой. Вот. Видите? Теперь я сюда эту как он? Короче, паровозик этот из скрепок, прищепок, кидаю.
Теперь я нажимаю. И он должен опускаться, он не опускается. А, закрываю. Сколько мне сегодня народу? Вот, я нажимаю на где углубление. Внизу. Не сверху, а внизу. И она мне все равно не опускается. Когда я прикрепила, заламинировала глазки, и все, и не понималась. Нужно, чтобы она понималась. Поэтому я решил без глаз. Ладно, будем делать дальше. Все сделаем, потом разберемся. Со скрипкой. Плохо скрепку закрепили. Я выяснил, в чем причина. Плохо скрепку закрепили. Глаза, видишь, что? Да. Вон так. Мне кажется, что одну надо побольше. Ты тут очень дорогие, постарайся мне все попросить. Я буду делать почту. Mm-hmm.
Пойду за водой. Короче. С водой работать опасно. Так, как же ее подкрепить получше? Хорошо, на Эрмитаж не попал. Запиши же ты это вверх. Что с ними делать? Я не помню. Да. Просто возьму сейчас другую скрепку и все. Так. Их еще вылавливать осторожно надо, потому что может вода потом побиться. Будет очень весело в кавычках. Господи, как ее крепить? Это вам лучше? Да. Поддержала, конечно. Вот, закрепи. Посмотри, да. О! О! Просто на другую скрепку замените, и все. Вот, смотри, третья, как она должна выглядеть. Как медуза. Теперь отрезаем по новой трубочку точно так же. Точно так же. Отрезать. Далее. Берем скрепки. По новой крепим. Нам нужно еще таких три штучки. Так что глазики мы сегодня крепить не будем. На. Состав поезда со скрепками. Но мы будем крепить на бутылку. Это я буду, что можно на одну сторону бутылки закрепить. Но если что, я это отделал, потому что надо же, чтобы эти были на медузы. Что, если что, я это уберу.
И еще кружку. Также еще скрепку. Так, что у вас получилось? Покажите. Я не могу показать, у меня камера не работает. Это кто сказал? Ева. Я. А, о. Раз у меня будет я просто камера. На первой ленте не могу понять, у кого включен микрофон. Поэтому я и спросил, это кто сказал. У меня сегодня столько народов, что я аж стрелочкой листаю. Просто. Ну, остальные покажите, что у вас. Женя, что у тебя? Женя, у тебя что? Софья. Не видно, поближе к камере покажи. Ага, теперь увидим. Диана, тебя что? Леона, у тебя что? Так, теперь я закрываю кружечкой. О. Нажимаю. Они у меня почти все опускаются и поднимаются. Но она нет. Поэтому я достаю и проверяю, в чем дело. Короче, у меня уже вода вся выплескивается. Не знаю почему. Так я их выковыриваю. Это я их когда выковыриваю, у меня вода выплескивается. Хотя когда я до этого без вас проверяла, у меня ничего не выплескивалось. Короче, она медуза или как она? Не вылазит. Отцепись же ты от крышки. Все, заменяю скрепку. А, так у меня еще не все доделало. Нет, подожди. У меня даже не 4 трубочки. Не помню.
Короче, так. Вы поняли, как делают трубочки? Вы таких трубочек можете сделать. Хоть всю лутунку. Главное, чтобы они выпрыгивали. Я делаю еще. Вот. Так, и вот эту вот скрепку я заменю на зеленую. Может, трубочки? Вот и дело было. Казалось, потому что она какая-то кривоватая. Сползает. Смотри. Так. Господи, я уже занятия почти закончил. Здесь еще кто-то просит принять. Вот. Чего? Две новых игры не запускаются. Эй. О, пожалуйста. Вода вся выливается. Короче, кто как запускается, тот так и запускается. Я сейчас не собираюсь на занятии всю воду выливать. Значит, так хотите запускаться. Короче, вот. Показываю итог. Сколько у нас еще времени? То есть мы заранее полчаса оставили кому-то другому, потому что я уже сделала. У всех получилось или кого-то надо подождать? Если подождать, отлично, я пока стол протеру. Я пока стол протеру, вот, после водички, сейчас. Я стол протеру. Сейчас глазки сделаю. Берем лист воды. Ой, бумаги. Какой воды? У меня здесь одна кругом вода, что я уже говорю, лист воды. Лист воды. Берем. Лист бумаги берем. Рисуем глаза и рот. Воду и рот. Кого-то подождать надо? Потому что я делаю глаза. Ну, не делаю, а пробую прикрепить. Он миленький, добренький, самый. Так, теперь я прикрепляю к бутылку. Так, ну что? У всех получилось? У кого получилось, включаем камеры, включаем микрофоны и показываем. По очереди. Женя все время ничего не показывает, так что с него, наверное, начать.
Так, вижу. София. А как зовут мальчика, у которого подписано имя на английском? Я просто плохо читаю на английском, еще учу. Ну, я вижу. Алекс. Так, Алекс. Я вижу. София. Я показала. Женя. Женя, покажи свой результат, или ты ничего не делал? Понятно, Женя у нас не хочет разговаривать. Ева. Я не могу показать, у меня камера не работает. А я все забываю. Я тебе Диана. Все покажу. А? Я потом тебе пришлю. Моя хорошо. Мама. Диана. Лиана, ты что сделала? Так, ну что, показывайте свои работы остальные. Женя, ты что-то доделал? Ты с ней разговаривать не хочешь? Хоть покажи, камера-то у тебя включена. Может, у тебя настроение там какое-то. Короче, Женя у нас не разговаривает, не показывает, не разговаривает, вообще ничего. Ну ладно. Я включила камеру. Ну я вижу. Так ты покажи, что ты сделала. Я ничего не сделала. А у тебя материалов, что ли, нет? А? У тебя материалов, что ли, нету? Да, нету. Понятно. Ну ладно, спасибо, что пришли ко мне на мастер-класс. До свидания. До свидания.